Всем привет любителям радиоуправляемых моделей. С вами канал RC Russian Sport, и сегодня у нас будет распаковка классного самолета от фирмы Vltoys. Vltoys F-959 Sky King. Коробка достаточно большая, весит чуть более килограмма. Есть ручка, это означает, что мы можем в ней перетаскивать наш самолет. Давайте поскорее коробочку откроем. Как можете видеть, у нас моделька оранжевая, с подсветочкой. Выпала инструкция, в коробке больше ничего нету. Коробочку берем в сторону и посмотрим, что мы получаем в комплект. Как я уже сказал, инструкция на китайском и английском языках. Аппаратурка стандартная от Vltoys. Стик газа ходит достаточно серьезненько так. Сзади мы видим небольшой отсек. Возможно, там проводок для зарядки мелких вертолетов, так как данная аппаратура подходит к мелким вертикам типа V911. Следующее, что я вижу, это зарядное устройство. Такое зарядное устройство у меня уже второе. Можно заряжать только двухбаночные аккумуляторы. Но я все же советую купить вам нормальную зарядку типа IMAX B6. Блок питания для нашего зарядного устройства. Аккумулятор. Двухбаночный, липа на 300 мАч. Аккум выполнен достаточно в маленьком формате. Давайте достанем сам фюзеляж. Он достаточно короткий, длина 536 мм. Есть такого черного цвета фонарь. Снимается он достаточно просто. Сзади мы видим складной винт, который в полете будет складываться вот в такое положение. Сзади мы видим элементы управления, руль высоты и руль направления. Киль уже приклеен, тяги подключены к кабанчикам. Единственное, что меня смущает, это не очень хорошо приклеена светодиодная лента, но это можно легко поправить. Под фонарем мы видим платку с двумя рулевыми машинками, а также коннектор для питания. Дальше мы видим вот такую штучку. Это как раз фонарь, то есть сюда можно поставить полноценную камеру и, например, летать по FPV. Дальше крыло. Оно достаточно маленькое по размерам. Так, вот здесь вот тогда, как можете видеть, отклеился небольшой кусочек светодиодной ленты, но это ничего страшного, можно приклеить, но тем не менее. Контакты подключения нашей подсветки. И, собственно говоря, штырек, при помощи которого мы будем скреплять крыло. Больше в коробке я ничего не вижу. Итак, ну что ж, давайте попробуем собрать наш самолет. Ну что же, полная сборка самолета не составила ничего сложного. Давайте попробуем установить внутрь аккумулятор. Вот так вот он туда встал. Сейчас я вставлю пальчиковые батарейки в передатчик. Их нам нужно целых 6 штук. Давайте попробуем активировать питание. Дадим немного газку. Тяга есть и достаточно хорошая. Попробуем поработать рулями. Руль направления. Руль высоты. У нас стоят сейчас простые расходники. Поставим расходники height. Итак, вот height. Ну что же, вот такой самолет мы сегодня с вами посмотрели. Пройдемся быстренько по характеристикам. Здесь стоит коллекторный двигатель, две рулевые машинки с приемником, аккумулятор двухбаночный на 300 мАч. Версия с подсветкой стоит немножко дороже, но мы посмотрим, как он будет вести себя в темноте. Ну а на этом я с вами прощаюсь, ребят. Наверное, пойдем в поле и сразу же его протестим. С вами был канал RC Russian Sport. Подписываемся на канал, подписываемся на группу ВКонтакте. Всем хорошего настроения, удачных вам полетов, ребята. Всем пока. Ну а я пойду на нем летать.